Еще раз аплодисменты. Спасибо. Я верил в тебя с самого начала. Итак, я не знаю, что сегодня будет происходить. Скажу вам честно. Многие инструменты, из которых вы видите на сцене, сделаны моими руками под влиянием снов, которые снились мне в течение 3 месяцев подряд. И я в них видел, как я делаю свои ударные инструменты, в частности, вот эту вот керамическую перкуссию, вот этот инструмент, который называется туба, он принадлежит балканскому региону по факту своего рождения и происхождения, поскольку я сам родом из тех мест, я из Молдавии, из Кишинева, вот поэтому мне все это близко. Инструменты, которые здесь представлены, рик, ханжира, даф, маленькая, собственно, дойра узбекская. Все эти инструменты обладают своим собственным характером, своим собственным настроением и ведут себя подчас как живые люди. У них есть это свойство. Я постараюсь сделать так, чтобы как можно меньше помешать им рассказать о себе. Возможно, они расскажут не только о себе, расскажут немножечко и о вас, поскольку сейчас такое настроение, такое состояние, что, может быть, даже ваши мысли, те звуки, которые вы будете издавать, кстати, о мобильных телефонах, прошу их выключить, потому что они вносят некий диссонанс, вот, они будут слышны. Я буду записывать те фразы, которые буду играть вот с помощью этого аппарата, который здесь вот стоит, называется звукостанция. И все, что будет слышно в зале, будет слышно и передаваться потом в колонку. И все будете слышать. В том числе и свои мысли, свои настроения. Все, что будет происходить у вас в умах, в сердцах, в головах, ну, может быть, у кого-то в руках, ну, в том числе у меня, потому что я в основном играю руками, ногами только на ударной установке. Вот, если можно, я попрошу притушить свет, и мы вот с этой вот огромной компанией с вами в том числе начнем. Все, что сегодня будет происходить, будет нашим совместным творчеством. Спасибо.
Thank you.
как получился? Получился небольшой гибрид молдавской и восточной свадьбы, такой что-то где-то рядом. На мой взгляд, так получилось. Погуляем по пустыне. Thank you.
Спасибо. Спасибо, что пришли. Спасибо этому дисциплинному клубу. Да-да-да, детям отдельное спасибо. Вот они старались помогать. Присутствие очень оживляло. Простите, вот что с задержкой так все это не было. Ну, жду вас еще в следующие разы. Приходите. Спасибо большое. Всего доброго.